Бля. Да за шо пацана-то? Стой там, где стоишь, призрак. Капец, он крутой. Я видел, как ты пробирался через поросль, следуя за мной. Это древнее королевство. В нем просыпается нечто ужасное. Я чувствую это в воздухе. Я знаю, что ты такое. Я знаю, что ты пытаешься сделать. И я не могу этого допустить. Бля. Ой, мне пизда. Это как играть против человека. Бля, я так и знал, что у нее будет эта механика этого комара. Рано. Бляха. Не. Ща! Понятненько, да. Капец, она противная. Сейчас надо поаккуратнее. В принципе, у нее атаки не такие длинные. О. Найс, хотя бы не у нее под носом. Фак. А, еще назад тоже. Ой, сучка. Да, это будет долго. Я, капец, ее буду долго бить. Ну ладно, хотя бы нет никаких препятствий. Ой. Хотя бы нет никаких препятствий в виде мобов, и я смогу... А, подожди. А, вот сюда. Так, у нее есть сверху атака, когда она прыгает. У нее есть бросок, у нее есть залупа... Ну, я хотел бы. Я хочу. Карама. Вот это типа не достает. Вот, вот это залупа. Ща! Не шо. Ой. Бля. Ой-ой-ой, надо было ударить вниз. Бля, подошел слишком близко. Дай мне, я лучше сам восстановлю хп. Бля, ударить. Бля. Блядь. Бля, надо было остановиться. Да ну. Фу. Сосать. Фух. Ебать. Мне понравилось. Вот она прикольный босс. Мне понравилось. Накидка мотылькан. О, рывок. Для рывка вперед. С помощью накидки можно передвигаться рывками по земле и в воздухе. Ага. Это что сейчас? Это что такое? Хочет ли разбить печати? Их нельзя разбить. Их нужно разбить. Возвращайся, тьму, оставь меня в покое. Вау, это что? Я, блин, все сдох. Что произошло? Хотя бы рывки. Ой. А, можно так перепрыгивать. Бляха. Вот новая механика. Так, а до туда я долечу, интересно. Это как, блин, это все, это как в Секиро этот, как он называется, крюк. Так, до туда долечу. Это как крюк в Секиро. Так, подожди, я отсюда пришел. Да? Или нет? Да. Или нет? Подожди, бля, откуда я пришел? А, это я снизу тут был, все, я понял. Чтоб не обходить. Ладно, рывок имба. А можно в рывке бить? Не, прям в самом рывке нельзя, после рывка можно. Ты добрый? О, найс. О, приветствую. Хех, ну здравствуй. Кажется, мы оба с тобой сбились с пути. Поверить не могу, что эти пыльные древние тракты могут привести в такие цветущие живые края. Кажется, тут поклонялись какому-то, хоть и видно, что... Блядь. Запятые можно, пожалуйста? Кажется, тут поклонялись кому-то. Хоть и видно, что этого идола уже давно забыли. Впрочем, это место подходит не только для поклонения, но и для отдыха. Ну, просто челебас какой-то. Оу. Блять. Блять. Не получилось. Не получилось. Воу. Чел. А чё, все? Конец карты? Рыли? Ну там какая-то хрень летает сверху. А, лол, я думал. Я думал, что-то будет. Можно, короче, фармить этого деда. А, нет, нельзя. Может, для прикола прыгнуть. Так, окей, что, куда нам тогда? А, нам тогда вон туда, где... Где синие коконы. Да? Да. Вот сюда так можно. Упс. Не прожалась кнопочка. Надо... Ой, бля. Сейчас я тупой просто. Кстати, надо проверить. Другой геймпад будет. Может, на другом геймпаде будет поудобнее. У меня есть MSI-евский геймпад. Там... А, хотя нет, я не думаю. Я все-таки через крестовину играю. А самая лучшая крестовина это у DualShock'ов от Sony PlayStation. Поэтому MSI-евский, я думаю, там плохая это... Как называется? Плохая крестовина. Не думаю, что она поможет. Фак. Так, куда-то сюда показывает. DualShock у меня на проводе. У меня я покупал MSI-евский, и он у меня был проводной. И вот этот провод от MSI подходит к DualShock'у. Дресюн меня подловил. Так, подожди, нет. Нам точно не сюда. А, я знаю, куда там можно пойти. Хотя, наверное, лучше всего надо было этот идти. Так, надо сейчас. Еще у меня есть беспроводной один геймпад. Старый какой-то логитечевский. Logitech. Так, только не сдохнуть. Но беспроводной там вообще все плохо. Не в плане задержки, в плане кнопок. Там о них не очень. Типа нажимаются хреново. Вроде сюда можно было. Блин, я когда победил эту бабу с иглой, я прям так себе прям почувствовал, как будто я могу это любого тут теперь захуярить. Так, здесь у меня карты нет. Наверное, надо возвращаться в первую локацию. Там еще же мы много где не были. Сука. К тому хохочущему я не могу пока. Все, и, короче, непонятно, куда идти. Или все-таки в сторону идти. Все, можно идти, да, к нему? Погнали тогда. Отпиздил бабу самый сильный в натуре. Бабу отпиздил, прям не могу. В правый нижний. Ну, на той локации, да, в правый нижний, я помню. А он, наверное, высвечивается как этот... Как торговец. На этой к медузам? Бля. Дэшу можно по правым... По прямым локациям передвигаться. Я там смогу, да? Дима. Так, и чё, где он? Вон он, внизу. Так, можно было бы сохраниться, но ладно. Или нет, не ладно, сохранюсь-ка лучше на всякий пожарный. А то из той жопы вылезать нафиг надо. Ниже. Здоровый бай, здорово, да. Давно не виделись. А сколько здесь всего мобов? Тут всех показано, интересно, или только которых я побеждал? Ага. Но очень мобов много похожих. И что я смогу? А, смогу, да. Фух. Я понял. Чья-то мамка. Ты меня напугал. Привет, привет. Входи, сладенький, входи и будь как дома. Меня вот... Салюбра. Салюбра. А это мой уютный магазинчик амулетов. Скажи, тебе доправили ко мне местные жители? Да. Славная деревенька, правда? Теплая, душевная и полная жизнь. Кстати, там же внизу есть деревня какая-то, какой-то знак в деревню. Может, туда пойдем? О чем мы разговаривали? Ах, там амулеты. Вижу, у тебя уже своя коллекция. Прекрасно. Я покажу тебе кое-что из своей. Если какой-нибудь амулет тебе пригодится, можешь забрать его с собой. Так, а чё, где у нее места? А, вот ячейки. Это особый предмет для тех, кто любит амулеты. С радостью продам его тебе, когда соберешь 5 амулетов. Непоколебимое тело. Мне нравится, как просто сработана эта кроха. Какой стильный, да и металл выбран не слабый. Надень его и больше не будешь отскакивать назад, нанося удар своим милым гвоздиком. Что? Угла попробуем. Так, сколько мне там еще нужно амулетов-то? Так, шаманский камень. Хрена себе. Живительное сердце. Не будет отдачи при ударе, понял. Но это такой себе амулет, нет? По-моему, у меня там особой да и нет. Ну ладно. Так, тебе известно, это голубая жижа, которую некоторые утоляют жажду? Конечно, так дело нехорошо, но после нее чувствуешь такой прилив сил, правда? Это амулет источает живокровь и определяет, пойдет на пользу твоему... Что? Ну ладно, купим. Вот ячейку хочу себе, да. Я тебе хочу ячейку и взять броню. Там наверху есть амулет с броней. Так, можно пока одеть, попробовать какой-нибудь. Так. Какой я могу одеть? Так, это отдачу нейтрализует. Тут я одеть не могу. Ладно, потом пока с отдачи побегаем. Блин, как она угорает, это капец. Где тут был проход вниз? Вон там вот. Ой. Бляха. Ой, не туда, что ли? Выше. Да, выше. Так, подожди, куда мне? Вниз как-то. Бля. Тятики-матятики. А вот указатель. Нашел. Нашел. Сюда. Сюда же не рано пока что. Рано? А, меня даже не пропустят. Кек. Кикандос. Так, значит, куда нам тогда надо? Лифт снизу запускается. Ага. Что-то я заблудился тогда. Погнали к этому, к рогачу. К рогачу это сюда. Или это что-то тут мы еще не сделали. А вот посередине вот этот вот... посередине прям ровно вот эта башка, это тоже же босс? Мы же можем туда пойти? Вот эта вот башка посередине. Или этот босс, которого мы уже били. Башку ты уже убивал? Ну а нафиг он, блин, еще висит. Непонятно, что с ним делать. Вон там какие-то пути есть, которых мы не делали. Комар. И чё, подожди, надо проверить отдачу. Так, каких-то вообще разницы вообще никакой. Так, вот если мы сюда пойдем. О, о, как раз с этим мы не дрались. Фига он. Воу. О, как раз. Здесь мы и не были. Бля. Сколько вас тут? Кошмар. Фу. Бля. О, да ну. Так, сюда, сейчас наверх надо будет. Я понял, ладно, где я. Сука. Где-то здесь должна быть душа. Ну, я же с ума сойду вот так вот. Убивать всех вот этих. Я не знаю, что это, пчелки. Что-то таких пчелок я не хочу уважать. Кто пчелок уважает, тот к ним не пристает. А, сюда. Вот тут, тут в бок куда-то можно. А, здесь я был. Дверь с проздревней. Нет, тут еще вон вправо можно. Ой, влево. Я съел деда. В смысле еще не съел, уже съел. Не проблема. Не поверишь. Я съел деда. Вот сюда поможет. Что це тут? Капец, колючки. А. Понимаю, что надо делать, понимаю. По колючкам прыгай, да? Иди, ладно. Это было просто. Я думал, проебусь. Я съел деда. Не проблема. Окей. Че, куда дальше? Вон, вижу, куда дальше можно. Бля. Этих нафиг. Нафиг. Вот сюда куда-то в сторону можно было. Вот сюда можно. О. А, отсюда? Нет, подожди, что это? Чуть за рычаг. Страшно, вырубай. Тут я не был, кстати. Что это такое жужжит? Мяу, мяу, мяу. Да бля, даже есть рывок. Да сук. А! Да гусеничка? Где она? Гусеничка, ты где? Она ниже была? А. Отдай гусеницу! Не отдаю. Ну, пошли сюда. А, я просто слышу слева. Что это? Блять, там что, конь? Что это? Там конь. Да. Света нема. Где гусеничка? Ниже, ниже? Воу. Блять, все пролетел. Какой ее достать? А, нашел. Окей. Мы с ней немножко пообщались просто. Так, окей, куда дальше можно? Вон туда, в сторону еще. Я такие всякие закоулочки, которые на карте видно, смотрю. Фу, блядь. Тихо, тихо. Так, а я тут был? Да, тут были. Что здесь? Да бля. Йоу. Йо. О, похороните рыцаря со сломанным гвоздем. Короче, песенка какая-то. Ясно. О, а давай. А можно это вернуться? Так, что еще босс какой-то будет, что ли? Обычно такие темы перед боссом. Жалко, сохранялок нет. Видно вниз. Что мне надо? Что? Рано, что ли? Ой. Рано нужен навык. Так, окей, тогда мы идем. Вон туда идем. Вот где ниже зеленой тропы, там еще вон такая штучка, может туда сходить. Та-ти-та-та-ту-ти-та-ту-там. Да, бля. Да, его можно просто бить. Нафиг. Нафиг его перепрыгивать. Вот этих. Вот этих так. Так, по-моему, тут я не был. Или был. Ну что, сколько раз дох? А тут есть стата какая-нибудь? Типа статистика. Сколько раз помер? Да немного. Типа... Раз 10, наверное. Не больше. Так, тут есть какие-нибудь проходы внизу еще? Нет. Значит, нам... Ну все, почти все. Почти все. Наверху это гусеницы. А, точно. Гусеницу. А, вот эту. Это очень сложно. Ты про это? Так. Вон туда еще можно. Вот сюда. О, ебать, вылетело. Ой, вкладываю, да. Иди нахуй. Сходи к папе гусениц. Они деньги, да, по-моему, же дают, если туда прийти. Блин, с рывком прям так по кайфу. Фак. Вот эти мухи еще более непредсказуемые. Ну что, сколько я уже нашел? Угу. Рыли 3 всего. А вот 4-я. Здорово. Дай деньги. Это что? О! Ням-ням-ням-ням-ням, вкусно. Блин, всего 4 гусеницы, я думал больше. Я точно одну пропустил. Ты тварь! Блин, вы чё, уроды? Сюда пока рано. А, точно, здесь вот эти отскоки от стены нужны. Бля. Куда тогда? Бля. Оп, сосать. Так, и чё, куда нам? Опять в эти земли, что ли? Вниз не надо. А, вон туда сбоку еще можно. Вот сюда куда-то. А, нет, подожди, не сюда. Еще ниже. Нужен крюк. Бля. Сюда. Там же нет, некуда идти. А, там, по-моему, дальше, да, можно. Блять. Точно, точно. А, я сюда не пошел, потому что это... Я кислоты испугался. Я сюда тогда не пошел. Вот они, рабочие рты. Так, и там еще вон куда-то ниже можно спуститься. Вот сюда. Это все, что ли? Серьезно? Серьезно? Это все? А, ну нет, по идее, вот туда еще можно. Так. Че? Я так понимаю, это сюда, это где мы потом запустим лифт. Грибные пустоши там. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch и в Instagram. Спасибо за просмотр.